Поэтому, наверное, может быть дешевле будет именно по отдельности модули купить. Но если нет, то и... Как, кто его знает? Я вот с горячих скал летал, на пиндовских самолетах вообще не летал. Какие вот там F какие-то, А10А и штурмовиков. F-15, наверное, да, там есть. И что-то еще. Ну, короче, я на них вообще не летал. Ни разу. Ну и не планирую. Но они есть и есть. Есть, есть не просят, да, кушать не просят. Кто его знает, как оно будет в жизни. Так. Смотрим на Артема, когда он выведет. А лететь будем вот так, наоборот. Зачем кто-то стреляется? Кто это стреляет-то? А что там за Охренеть. безобразие на полосе? Так, я вывожу. Я вывел. Не на максимал, на сотку вывел. Да, я на сотку вывел. Красавцы, быстренько. Сотку, тормоза отпускаем, максимал. Я жду Артема, мне пофиг вообще. Все объявы. 23-й, 25-й, по-моему, да, все 25-й. Видите, и то отстаю чутка. Так, нос по ведущему. Закрылки сразу убираю, надо выстраиваться быстренько. Что такое спутный след? А, работает. Работает пока на отдельных самолетах, но, как я понял, обещает его смоделировать именно на все самолеты. Прицеплен на перрон 300. Поэтому вполне возможно, что скоро будет работать спутный след, и вот так уже спокойно не пойдешь, придется потрястись. Ну, в принципе, я вот сейчас вроде иду с принижением. Нет, сейчас я не иду. Вот сейчас иду с принижением. Поэтому беспутный след особо не должен будет доставлять неудобства. А вообще, да, есть такая мета, да, ну, такое направление, что спутный след будет реализован. То есть, как я, насколько я понял, сейчас он реализован пока только на F-14, да, вот на этом новом модуле. Возможно, как раз идет какое-то тестирование по реализации, по проблемам, по багам и так далее. Вот, поэтому... Возможно, потом и допилить до всех. Было бы хорошо, на самом деле.
А, да? То есть еще нигде не реализован. Я что-то смотрел тогда чей-то 26-ю стрим, на и первом ребята 400. матерились, шли за заправщиком на F-14, матерились на то, как их трясет, ну, Хорошо, когда понял, они попадают в все-таки спутный первый след. поворотный. Да почему меня так, блядь, вытягивать-то вверх, я не пойму. Смотри, как меня рывками Давай его туда-сюда. подходим. А, на F-14 есть. Все, я понял тебя. То есть пока на одном только Держи борту. интервал меньше, чем у Сереги. Меньше? Надо больше сделать? Вот, Миги 20, подхожу. Миги 15. 25-го понял, 22-го понял. Уже нас догнали тоже на первом поворотном. Лидер 27-го. Меня Выдержи подколбашивает как-то. Почему, блядь, я его. не А вам наши понимаю. поворотные тоже докладывать как первый или как? Режим, мужики. Вот так хорошо. Вы можете не докладывать, я не знаю, какие у вас там поворотные. Но если по нашей коробочке, то у нас первый и второй поворотный только и все. Да пониже, А, пониже. поворотные докладываются. Поворотные по маршруту, мы на маршруте докладываемся. Все понял. А, даже ПВА. отпущенный фениксов он есть, 26-й нифига на первом поворотом 400. Огонь. 26-го понял. Да, блин, реализовали бы там еще этот от пушки газовые, господи, выхлопные газы, как их обозвать-то, блин. Чтоб они еще двигатели нам останавливали, было бы классно. То есть надо было соображать бы, да, в каких моментах можно, в каких нельзя отжимать пушку. Резко, прям очень резко меня подбрасывает, подкидывает. Я не понимаю, почему. Видишь, то есть... 25-й Ляха-муха, вот, опять занял. вверх. 25-го понял. Я не понимаю, почему так происходит. То есть, но я не думаю, что это Артём так летит. Вроде ровно все летит. О, блин. В горячих скалах, по-моему, вообще нет отдельных миссий для Мига-29. Насколько я помню, там на Су-25 ты пролетаешь какие-то круги, а чисто по Мигу, по-моему, нету таких. Опа, вон Что-то пятнашки нас обошли, 21-х не вижу. пятнашечки повернули, да. 30-я группа, второй поворотный. 30-го понял. 12-я, второй поворот. 250. 12-го понял, последний повторите. 21-й, 22-й поворот. 25-го понял. У него тоже 400, да? 26-го понял.
12 группа в сборе, строй заняли. 12, понял. Вова, Сулин, вы нас обгонять будете? Вова, Сулин уже не здесь, походу. Вы за пятнашками летите, мы замыкающие, Жень. Нас так, да, планировалось с Артем? А, им, наверное... А, видишь, все, определило. 22-го понял, 30-й замыкающий. Они вроде хотели им отстрелы дать, может, поэтому их в конце пока поставили. Ну, так они будут наши дымы глотать. Ну да. И ФПС. Да-да, подотстал, я видел. Так, так, хорошо. Антоха, да, высоко сижу, далеко гляжу. Блять, опасная высота. Плечо отнялось уже, просто отнялось. Рука почти на весу висит. Ну, знаешь, не расслаблен, я еще отклонен назад к креслу. Потому что ориентиры для себя такие нарисовал. Хорошо видно так. Как и Денис Дэн учил на стримах тогда, говорит, прижимайся к подголовнику. Как реально лучше видно. И при этом рука практически на весу на джойстике. Как будто утюг держишь при тренировке стрельбы с ПМа. Это да, Володя, по-моему, Владимир как раз он подсказывал варианты тренировки для стрельбы в Таркове. 12 проход разрешил. Кстати, от Таркова ему тоже пока еще не отказались. Единственное, что у них сейчас пока там ряд проблем, да, ну, сетевые баги, рассинхроны и так далее. Ну, идет все в процессе. В процессе устранения все, да, поэтому я пока его не запускаю в надежде, что все устранится. И мы сможем потом там еще побегать. Тридцатки дома включаем. Всего в дома. 21-й, 22-й группе проход. Серег, главный скоба. 21-й, 22-й разрешаю. Ходить начал.
Всем спасибо. Серега, чуть-чуть дембель, на... дембель. Здравствуйте, проход за дембель. Спасибо, дембель, большое. Стараемся, говорю, рука такого уже отнимается. Если пройдем над площадью, надо будет чуть подрасслабиться. Поближе, наверное, подсесть. Сегодня еще вот в этом построении будем пытаться сесть. Ну, интервалы, конечно, с дистанции будут немного больше. 25, но к тому, что мы не будем в шахматном порядке, а проходить, садиться именно клином. То есть до этого я перестраивался в колонну за ведущим, мы садились как будто бы с этими, ну, в шахматном порядке, да, впереди, слева, сзади, справа, еще сзади. 27-й, работу закончили, отход на аэродром. Ой, как у меня лицо прямо немело. Все, Артем вкопался. Красава. 11-й лидер. У нас у ведомого СРС отворился. 26-й проход. Поправка у ведущего. 26-му проход разрешил, а 11-го понял. Ну, тогда ты за него выполняй, что говори. Принято. Обязанности ведомого. Отлично, все равно. Обязанности ведомого. В любой момент должен... 27-го. Продолжай следовать по маршруту. О-о-о-о. Это чуть разболтает меня. Сервер выделенный чисто под парад, поэтому я тебе не могу даже сказать, что это за сервер. Там в Дискорде, ребят, есть как бы информация. АБКшный сервер. Сейчас я думаю выключить. У всех выключено. Там может зрителям. Надо выйти на БКшников на границу. Он как бы организатор самый главный. Вроде зрителям предусмотрено, но не факт, что всем разрешат. Это у меня сейчас во второй кабине сидит человек, ну вот он нам подсказывает как бы чисто информативно, да, то есть хотел бы поучаствовать, но он уезжает на праздниках. 11-я группа на возврате. Поэтому помогает нам вот так вот в тренировках. А можно ли вообще там лишним? Блин, я не знаю, честно. Я как бы не организатор, я сам туда захожу, чисто подключаюсь для парада и все. 11-я в точке возврата. Кстати, на одном из стримов было сказано о том, что кто-то из ребят смог под шторкой взлететь, пролететь по кругу и посадить. У меня сейчас в планах есть такое мероприятие развернуть. Ну, думаю, чтобы не было никаких... Чтобы не было никаких недомолвок, да, буду делать это в прямом эфире, а то мало ли кто там... Это не точка возврата, это раз... На возврате команды в РП нет, в радиообмене нет. 27-му также принять к сведению и ознакомиться с радиообменом для парада. Лидер 27-му. 27-му лидер ответит. Разрешите посадку на аэродроме. На 27-й. Ну, про массажиста хорошо, только прочел теперь сейчас. Ну да, такого. Периодически бывает, но не сегодня. Сорян, я-то с РП не работал, у нас этого-то нету. Я когда... Когда стрим, понятно, ну, мне старается никто особо не мешать. Выполняйте посадку, медь без изменений. Эльку прикупить. Элка классная. 25-й, классно проработано. Это здорово. Дембель, подписывайся на канал, если нравится. Будем здесь периодически. У меня здесь политучки проходят. В летучке проходят политушки, да, или как-то сказать, летные смены. Будем рады. Забегай. А, подписался же везде, понял. Уп. Я не услышал, что он мне сказал, готовим. 550, наверное.
торможу щитком. Не знаю, какой будет режим. 27 лидеру. Ответ 27. А, Чуга в вашей группе? Да. 26 на 5 ППМ. 500. Хочу оттримироваться немного, чтобы... чтобы руку немного расслабить. Я не понял, какую... Артём, какую ты сказал, мы готовим? 450, наверное. Понял. А, кстати, да. Кстати, надо было мне бы, наверное, ознакомиться со всеми скидками, чтобы хоть как-то сообщать об этом ребятам на стриме. Что-то я тупанул в этом плане. Не подписан подобную рассылку. А вообще, да, сейчас вроде как идет со скидкой. Можно купить интересующие модули с уценкой, но без потери качества. А, не по зарплате эти тайминги. Это да, блин. Сколько раз я пролетал тоже в таких ситуациях с скидками, когда ты, ну, просто не можешь себе позволить. А пока, когда можешь, уже все заканчивается. Даже на карту Ближнего Востока. Ёшки-матрёшки. А я ее купал с 25% скидкой. Надо было все-таки потерпеть, еще подождать. Сели ребята, что ли? А, или 27-й это вертушки. Что-то я не в курсе. Точно, мы же сегодня должны быть с вертушками вместе. Ёшки-матрёшки. А я даже на них не переключился. Сейчас посмотрим трек. Сегодня, по идее, были вертолетчики у нас, как я понял. Ну, люди. Люди. То есть у нас, наверное, с Краснодара встают вертушки. К моменту прохода над площадью они выдерживают определенную скорость. К моменту прохода над площадью мы как раз вот выстраиваемся все в одну колонну и, соответственно, в этой колонне проходим. Да, то есть вертушки, следом мы, ну, в смысле истребители. Все это вроде как рассчитано, пересчитано. Поэтому это, да, сегодня было, наверное, были вертушки 27-е. По идее, это как раз вот они. Первый был 27-й старт. Наверное, все-таки это были они. Это Ближний Восток, да? А я за 2 с лишним, да, по-моему, брал. Или за 3, или... Но мне жаловаться грех. Мне как бы ребята помогли, на стриме накидали. Чуть-чуть. 11-я группа, прошли ППМ-6. Ну, не чуть-чуть, а почти на карту. 11-го, понял. Я вообще мелочи добавлял. Поэтому грех жаловаться, действительно. Монитор выключился. Собака серая. Периодически отключается монитор. Не знаю почему. Как будто бы, знаете, теряет выход. Как будто бы передергивает кто-то этот HDMI, да, вытаскивает из гнезда и опять вставляет. Не знаю, почему и от чего зависит, надо копаться, конечно. Если Deport себе, ну, приобретал, вставлял, это вообще через каждые практически 2 минуты. Мырк, блядь. Прям расстроился дико. Бля, не ебал. Согласен.
Очень сильно затекает рука. 21-22 на 6-м. 2600. 21-22, понял. Наверное, посмотрим трек. Ну хотя, если Антон говорит нормально, мы прошли это. Супер, чё. 21 лидера. 21 на связи. Сейчас, мне кажется, чуть дальше стоим. А садиться будете двумя группами? По раздельности, да. Карту Сирии. Ну, наверное, на основе персидского всё-таки залива будет сделан. Нет, ну я стараюсь, как бы, да, поддержать, купить там. Тоже есть желание ее приобрести, но именно сирийский, да, вот этот район. То есть там, возможно, будут какие-то компании от ребят, я так называю их самодельщиков, да, которые, ну, самостоятельно придумывают разные компании. Будет достаточно интересно полетать. Еще бы самолеты все нам дали, там, 24-ку, да, там, 24-ку, в смысле, Ми-24, Су-24, было бы огонь. Или хотя бы хоть какой-то кликабельный, более-менее современный, 4-го поколения самолет. Было бы здорово. Так, 12-е в расчетной 1000. Режим. Перед вами на удаление 1,5 километра, группа, наблюдаете? Да, 12-й группу наблюдаю, режим принял. Окей, Дембель, сейчас только не могу это сделать. 25-й лидер, 6-й поворот. Да, ну видишь, 23 все-таки это не 4-е поколение. 300. Прошу разрешения вне очереди. Свою четверку делают. Сейчас. Какую четверку? Разрешил. Прошу повторить, не понял. 25-му на аварийную разрешил. На любой ближайший. Принял. Ребята, столкнулись, что ли? 30-й КПМ. 300. Курс 60. Скажешь, когда будет 200? Я уже это понял, горит, да? Остаток аварийный. Точно 4-го поколения. Ну, блин, это мини-легенда такая. Посмотрим, что будет за 23-й. Однозначно я хотел бы его приобрести и думаю, что стараюсь это сделать. 22-й расчетный. Поэтому посмотрим, что он из себя будет представлять. 22-му режим. Чуть правее. Скажешь, как будет 200 примерно рассчитывать. 26-я, 6-й ППМ, 2500. 26-го понял. Так, будем подходить на большой высоте, чтобы экономить горючего. Тут расход меньше. Потом со снижением на малых оборотах. 12 на первом 600. В крайнем случае иметь хоть возможность там на второй круг уйти. 12 на первое. Понял. Так, курс 65. Мягкой посадки. Спасибо, Дембель. Здесь подписывайся, если еще на Twitch не подписался, буду рад.
сердечко там тыкай, если можешь. Доберем 50 сердечников, то сможем с телефона смотреть в удобном для себя качестве. Так, давай газ. За второй на дальний. Убираем на малый. Во втором посадку разрешил. Принял работу. Ставил лайк, я тебя понял. Дембель, спасибо тебе. Вот это и была подписка на Twitch. Это и есть лайк. Короче, фолловеры здесь называются. Так, да, здесь... держим обороты в районе... Здесь лайков как таковых нет, здесь дизлайками. Просто да, отслеживать, да, не отслеживать. 60. В данном случае сердечко это типа подписался 60. На канал. И идем так, спасибо. Идем со снижением в 15 метров. Осталось нам добрать 4 человек, чтобы по-нормальному могли все смотреть. Ну, я надеюсь, что это будет, получится. Отстаю 21-й, 15-й, миги 15-й, короче. Принял ошибку. Все, давай. Удачки. До встречи в виртуальном небе, я так думаю. Так, разбалансироваться начинает самолет. Скорости поменялись, да? Было 600, один триммер. Сейчас стала скорость 350 практически, да? Совершенно по-другому себя ведет. Соответственно, надо перетримироваться. Сейчас немножечко поболтает, наверное. Я так думаю. Ну, мы постараемся быстренько это исправить. О, вон я уже два контакта каких-то вижу. Впереди на 11. 22-й полюс освободили. 22-го, понял. Проходят, вот они, красавцы. 30-е на рубеже, проход на 200. 22-й на режиме. Володя прошуршал там сулин. Судя по всему. 30-му проход на 200. 30-й, а сесть не сможете? Сесть сможем. Программа. А, понял. 20-го понял. Выполняйте проход на 200. Понял. Думаю, включаем. Сохраняйте 200. 12 на втором. 600. А, 12-му второй. 12-му понял. Вот это уже наша скорость, да? 350-400. Можно терпимо лететь. Но никак мы на 600 долбились. Отстрел по команде будет и раз. Кстати, посадку произвел. 25-й освобождаюсь в ближайшем.
сохранять 600. 62 принял. Еще раз. 30-1. 30-1. Дымы? 12, он достаточно далеко не звонит. Да, дымы вообще. Всех выключено. 12 режим. 12-1. Так, я отстаю твою дивизию. Сейчас мы посмотрим, быстренько перемотаем. Там долго мотать придется, долго стояли. Эх, жалко. Ну ладно, все равно попробуем перемотать, отмотаем трек. 26-2. Потратим 10-15 минут. Посмотрим, как прошли над площадью, посмотрим, как выглядели отстрел. 26-му. Рома первый. Ну и, соответственно, даст бог, получится посадка. Как была наша посадка. Главное не забыть, что обороты убираем в районе дороги. Там дорога пересекает направление посадки, посадочный курс. 26-му, второму, первый. И где-то на нем надо начинать уже убирать. Вышли у всех. 12 он посадку разрешил. 12 и понял. Блин, я так лечу, как бы, и не замечаю даже, что у меня ручка практически уже взята на четверть хода, наверное, на себя. А триммер я так и не использовал. Ну, как, не использовал, а забыл про триммер, если честно. То есть зависает настолько, как бы, положение вот эти миллиметровые, что ты постоянно подтягиваешь, а триммироваться, как бы, ну, так скажем, мозгов, ну, не мозгов в данном случае, конечно же, да. Вот так вот я теперь буду лететь. 26-2 на траверзе 800. Правое колесо между левым и передним. Стараюсь вот в таком положении. Но это вот как раз будет наше посадочное. Посадочное наше положение. 26-1 на третьем. Шасси механизацию выпустил. 26-2 принял. Боковой у меня 8. 26-1. Третий через... Я думаю, протянет нас сейчас. Еще больше протянет. Посадку успел. 26-1 принял, 15 секунд. Да, дембель, надеюсь, что 30-е не зря. 30-е на третьем, группа из шасси выпущено 200. 30-му третий разрешил. 30-й понял.
Он как, нас перед мигами хочет посадить? Че, почти максимально. Так, здесь главное не забаловаться с скоростью. Должна быть 310 максимум. Иначе я не успею выпустить, не смогу выпустить закрылки. Закрылками не спеши, 300... А, все нормально, 300 у меня. Я просто по внешке, у меня скорость побольше. Сейчас норм. 12 полос освободили. 12 освободили полос. Вышли. 12 понял. Блять, я полосы вообще... Ну, он там, я-то как подозреваю, она у нас сейчас на 11. Я вообще не вижу. Так, я подотстал. А, и выключился монитор. 26-го, 3-й не разрешали. Принял, урал. Опа, сейчас закрылки берутся, сбавляем. Такой опасненький моментик. Я вовремя заметил, что скорость подходит 300-310. Пу. 26-му, второму. Ко второму. Вышли. Тридцатая группа и дальние к посадке готовы. 30-му посадку разрешил. 30-й понял. Так, я напомню, над дорогой. Но не вот здесь же. 26-й, наблюдайте перед собой группу на удалении 4. 26-й, первый, не вижу группу, да. Успеем сесть. Убиваете, или бы вас отправить ко второму? Не-не-не, сзади, нормально. Понял, 26-го, первого. А это что, елки летят? Да, 30-й. Не, у нас посадочная высокая, давай отправляй нас, мы уже подходим. 26-му... Первому. Ко второму 600. Принял, ко второму 600. Эх, я подотстал, блядь, пиздюк. Сапатый. Да, я чуть подотстал. Чуть-чуть это меня калашматило, ну, чуть-чуть меня качнуло назад, в сторону отставания. И не смог я. Уф, уф, уф. Не смог я потом уже догнать. Главное, сели. Ну да, ну, блять, хотелось-то. Супер-пупер. Проходи, Серег. По-моему, становлюсь. Вот 6-2 подхожу к дальнему на 300. Ну, блин, хотелось лучше, конечно, да. Чуть-чуть, я говорю, меня качнуло. Я побоялся уже сильно ускоряться. Потому что там такой момент тонкий, да, то есть ты пойдешь с ускорением вперед догонять, а в это время группа уберет обороты, и ты, получается, просядь, ну, обгонишь очень далеко, сильно. А на посадке это смерти подобно, соответственно. Поэтому такая
беда произошла. Ну, строй, в принципе, держали, мне кажется, норм. Сейчас мы отмотаем наш трек. Быстренько, поэтому сильно не разбегайтесь. Посмотрим, как это выглядело с внешних видов. Антоха, я думал, ты за нами летишь. За что второй на дальнем? 150. 150 килограмм. А, 26-м посадку разрешил. За что второй принял? Ради интереса. Да, норм. Блять. Я говорю, не было обстрела у меня, да? Да, у тебя не было ракеты. 26-й, первый, на третьем шасси механизацию выпустил. 26-му, первому, третий. Оу. Интересно, кстати, что даже с выключенным радио все у меня работает. Ну, это читерская настройка там чуть включена. 26-й. Давайте посмотрим Сулина. Сейчас они сажать будут. Оп, это кто? Сулина, с ним кто? А, МакРэйди, да? Ну, видишь, четко идут, тоже хорошо. Ну, третьему, к первому 600. Надо каждый день по нескольку полетов, ну... Да я пока вас разводил, я в воздухе еще. Видишь, на это время надо. А, у нас получается РП сегодня в воздухе. 26-го понял. Сулина взлет наш смотрел. Класс. Привет ему там на стриме от меня передавай. Сейчас посмотрим мы, значит, его посадку. Потом быстренько я мотну. Ну, блин, я не знаю. Ну, мотну, наверное, все-таки, чтобы понимать. Но я и так вижу, что я подотстал на посадке. В принципе, так косяк, он известен. Красив, да, красив. Очень интересно мне было, я как бы нашел какую-то там документацию, да, как выполнять пилотаж, простой пилотаж в зоне. Летал в зону на нем, но я чисто так в офлайн баловался, тренировался, чтобы потом, например, на стриме показать не то, как я нублю, да, а хоть что-то. Мне очень понравилось то, как тренируешься в распределении внимания, например, на той же петле, да, то есть там сначала смотришь на перегрузку, потом на угол атаки, на скорость, угол атаки, перегрузка, то есть так вот прям тык-тык-тык-тык-тык по всей приборке. Если все выдерживаешь так, как это положено, получается офигенно красиво практически на одном месте. То есть, блин, я прям восхитился немного. Потом начал искать другую документацию, не добрался, не нашел. Потом сменил, как говорится, должность, и сейчас вообще не до документации. Очень хочется почитать по 29-му мигу, потренироваться, ну, потом на нем полетать, там, где-то в онлайне, на серверах и так далее. Но, к сожалению, ну... Не очень много времени на это. 26-й, первый на дальнем, к посадке готов. На дальнем, во. 26-му, первому, посадку разрешил? 26-й, первый, понял. Тоже 21-го хочешь. Ну, блин, аппарат, конечно, с будильниками. Прикольный, классный. Я бы вот хотел, чтобы, например, летучка после L-29, господи, перешла бы на Мига, например, да, и начали бы всю программу крутить уже по Мигу. Было бы классно.
То есть понятно, к чему стремиться, да, прошли элочку, перешли в полк, начинаем рулить по-новому. У нас 103 на 3-м, 6 МХЗЦ. Это бета. Вот мы сейчас летаем на бете. Блин, надо, короче, будет заморочиться там все-таки с мигом. Да с любым мигом, и 21-й хороший, и 29-й хороший. Все, аплодисменты. Покидаем сервер. Правильно? Да. Чтобы трек-то посмотреть. А, трек мы посмотрим, просто загрузив. Сейчас там пойдет разборка. Всякого разного. Так, дембелер. Да. Все, принял. Принял. Мне сейчас надо просмотр треков. Гляну, да, если кому интересно, можете повисеть. В принципе, по полету это сегодня все. Сейчас вот мы хотим, я вернее хочу глянуть, как мы подлетели. Но надо будет перемотать, конечно, много. Порядка 20 минут. 30 или мы даже. Волки, летайте на котах. Коты это... Осака, мне пореша дико стыдно за мое нубство. Коты это кто? Что за полк? Что за полк? Возьмите меня, да, я тоже хочу. Коты, 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 коты. А, там кэты. Блин, да там кэтов, конечно, это немножечко не то направление. Но все может быть. Все может быть. Как бы я, может быть, да, и хочу. Так, я мотаю уже, поэтому не удивляйтесь. Мы долго висели вот здесь. Пока сидели на сервере. Сейчас долго-долго будем сидеть. Потом долго будем запускаться, выруливать. Короче, сейчас все это мотается. Пускай пока мотается. Я в дедах, если что. Я понял тебя. Видах тоже бываю. Ну, как бывал. Бывал несколько раз. Ну, там больше было в Иле, конечно. Не знаю, как сейчас. Раньше, по-моему, в деды набирали всем, кому за 40, да? Ну, в смысле, если тебе за 40. А коты тема-то, наверное, хорошая. Блин, вот это опять прям... Капслоком мне пишите, чтоб я убрал нафиг этот настройку. Сарп портит всю картинку. Гадина. У нас третий освободил. О, я до сих пор даже слышу СРС-ку. Я понял, почему мы слышим этих пиндосню, это все у них именно вот такие, скорее всего, настройки. Точно. Вот помните, на летучке мы периодически слышим этих пиндосов. Они, может быть, между собой переговариваются, нас и не слышат нифига. А мы их слышим, потому что они там имеют настройки такие вот, как у меня сейчас. О, мы начали рулить. Компьютер, конечно, на коленках присел. Пригнулся, да, пригнулся. 1 FPS. МиГ-28 взять. А где его взять? Так, мы уже взлетаем, да? Да
взлет посмотрим, потом проход над площадью. А, точно, 29-го же мы еще ждали. Точно, точно. Такая нормальная у нас бригада. Это SARP, это система. Тема регистрации твоих данных полета, да, то есть здесь там высота, перегрузка, да, этот, обороты, время, там все. Вот сейчас, например, я не знаю, кстати, что вот это у меня идет синенькое, это что такое? Но явно не перегрузка. Надо вот это все почитать, что это значит. И оно, видишь, никак не отключается, не выключается. По крайней мере, я не знаю, как его убрать. А. Я понял. Кстати, я, по-моему, Top Gun-то и не смотрел нифига. Я помню, на Дендике еще на приставке была такая игра. Кстати, кто у нас баловался-то? 27-й кто-то включил нечаянно, наверное. На автоотстрел ловушек. Кстати, вот они, это ребята летят эти уже на Ми-8 человек. Так, я сейчас прощелкаю свой взлет. А, ну это обороты, вот, наверное, 1640. 1645. А, нет, это время, кстати, идет. 1650. 1655. Судя по всему, это секунды. То есть это некий черный ящик, короче, если своими словами, да, вот идет время и... Смотрите, мы с Серегой четко идем, нормально. Ну, подотстали, конечно. А вот они здесь. Кто-то стоял, кто-то отрывался там. Подотстали чутка, конечно, но это... Да-да, это время, все время все. Так, здесь он желтенький, зелененький. Что за херня, фиг его знает. Все равно норм залетели, ничего. Ну-ка, это, наверное, перегрузка, как я думаю. Даже если взять скорость в X6, да, перемотки, все равно не сильно-то нас и болтает. Не, нормально, мне кажется, прошли. Ждем сейчас. Не на шестом, а на маршруте. Так, я, кстати, сейчас включу, наверное, в Дискорде себя. Что там интересно у нас? Вам не будет это все слышно? Это... Ну его нафиг. Вот они, пятнашечки пошли.
Норм идем, да? Так, я просто слушаю еще Дискорд параллельно, поэтому немножечко подзавис в плане комментариев. Вот, пятнашечки проскочили. Ой, вот это меня сейчас, да, разболтало. Четвертого бы эту тройку был, планировалось, но, видишь, вышло так, что... Ну, никто не может. Кто может на майских поучаствовать, не может поучаствовать на тренировках, а кто может поучаствовать на тренировках, не будет участвовать на майских. Так-то смотрите, я ровненько иду, да, относительно, то есть практически не болтаемся с Серегой. Ведь вообще норм идем. Есть как бы чуть-чуть, тык-тык-тык-тык, но это нормально. Прикольно, классно. Так, давайте, знаете, кого глянем сейчас? За нами шли 21-е. А, вообще парами, что ли, идут ребята? Кто вот это за нами? Нет, мы, вот они, это МиГ-15. А вот они. Ну идут хорошо, но, блядь, почему так далеко? Но зато им ориентир хороший. Не знаю, мне кажется, мы идем хорошо. Далеко прямо так вставили, включили. Чуть-чуть я отстаю, да? Блин, летишь, кажется, блин, как мы близко друг к другу, ну, к ведущему. А вот так смотришь, блин, здесь метров 10, наверное, да, еще.
Мы, кстати, объявили сейчас, что будет 3-го. Порадуют. Вот для чего они все это сделали. Не могу попасть. Не могу попасть, ладно. Так, давайте теперь проход над полосой. Мы здесь, в принципе, это нормально сошли. Теперь должны быть впереди. Нет, видишь, я же Володя спросил. Володь, вы меня будете? Вы нас будете обгонять? Он говорит, нет, идите за пятнашкой, мы, говорит, замыкаем. То есть здесь такая вот была не это. 15-21 у нас обогнать, это как два пальца об асфальт. Красивая Элка, как Атриса, да. Режем мы, да, мы постоянно режем, потому что иначе мы просто не успеем за ними. У них скорость 700, а у нас максимум 600. А так 450-500. Смотри, прям, блин, идем как ровненько. Классно. Ну. Как плечо отошло, отошло нормально. Так, вот здесь меня колбаснуло. Так, выходим на боевой. Ух, обошли нас. 21-й.
Так, теперь следующая посадочка будет. Ох, как они дымит-то. Чего такое зелененькое Т, мне интересно? Обороты? Нет? Почему так гуляет сильно? Троттл. Че это такое, обороты? Да, я понял, друг. Хера, вот обратите внимание, да, как Т зелененькая. Оп, я не могу сейчас взять, да? Как зелененькая гуляет, да? Как приходится ей работать. Так, а АН это что? Это обороты, наверное, да? Это высота. Это скорость. F, хз, что это такое F? Просто ваша, я как понимаю, у 21-х коробочка, именно третий разговорчик, я понял, про что говорит. Круг это третий разворот. Третий разворот подразумевается, это 10 километров, ну так скажем, от полосы удаления, да? А у 21-х, как... Да. А у 21-х, как они летают, я вот просто у Володи-то был на стриме, да? Они летают... Да, но при этом совершают все равно три разворота. Один слитный, третий, четвертый. То есть и поэтому... Ну вот, да, просто вы... Да, вы по сути летаете как бы двумя на 180, но вы третий, четвертый разворот не слитно делаете, как все мы, а в два движения. Да. На 10 километрах вы делаете третий, четвертый. О чем я тебе и говорю. Да, что... Про это я вам и говорю, что вы... Да, Вов, про это я вам и говорю, что... Да, вот вы друг друга, вот в этой терминологии друг друга и не поняли. Вот и все. Вот. Ну это... Об этом и разговор идет, как бы, в терминологии на название. Я извиняюсь, да, вы эти... Да. Блин, я в эфир туда к ребятам тоже сказал. Короче, да, просто пытаемся разобраться, чтобы все друг друга понимать в радиообмене правильно, да? Поэтому я там свое мнение высказал, как бы. Уп, как нас подняло сразу. Вот, где я отстал давать начал по какого-то фига. Отстал. Сука, отстал, смотрите, насколько отстал.
Ну все, короче, как-то так это получилось. Так, пока вы капсом мне пишите, пишите, пишите все, да? Мы заходим сейчас в настройки, отключаем, пытаемся отключить SERP. А так это как бы у нас на этом все сегодня. Заканчиваем. Так, 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 так. Всем, да, всем тоже спасибо, ребят, большое за то, что вы подскочили, посмотрели. Было очень приятно, что вы заходите. Спасибо всем, что заглядываете, подписывайтесь, участвуйте в чате. Мне от этого хорошо. А, SARP у меня выключен, значит, на стриме, на сервере включен. Вот так вот. Значит, никуда мы не денемся. Да, нашел уже. Высоко. Все, ладненько, давайте будем завершаться. Спасибо еще раз всем большое. Там споры идут небольшие в Дискорде. Будем пробовать разбираться и всех, и со всеми договариваться. Все, всем спасибо большое. Забегайте на следующие наши стримы. Буду признателен, буду рад. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.